Привет, ребята! Вы на канале Тики-Таки Кук. И мы сегодня будем готовить необычные закуски. Это у нас есть винограды. И ананасы. И ананасы. Все. Есть у нас еще такие палочки, шпажки называются. Аша, ты знаешь, что это шпажки? Нет. Держи аккуратненько только. А он тоже будет нам помогать? Да. О, ну давай. Давай. Я беру шпажку и накалываю на нее виноградинку. Можно одну беленькую, другую синенькую. Кто как желает. Ярослава, да. И ты давай занимайся. Занимайся еще. Да? Да, пока я занимаюсь. Вот, пока достаточно. А теперь буду вырезать ананас. Так, наверное, попробуем сделать квадратик. И мне я маленький сделаю. Маленький и жилет. Так у нас что, Нынука готовит сегодня? Нынука со мной готовит. Это я так сделаю ему такое. Ну давай, такое давай. Такое сделаю ему, маленький сделаю. Пусть помогает. Маленький ему нужно. Маленькие вот. Виноградики. Вырезали из ананаса. И теперь накалываем. Так. Ой, ой, выпал у меня. Выпала виноградинка. Так, так, так. Что-то получается. Вот. Одна готова. Вы тоже молодцы. Стараетесь. Малышу. Вот. Вот для малыша. Да? А ты давала пробовать? Нет. Ну, тогда попробовать. Вкусно. Ну, вкусно. Очень вкусно. Да. Да. Теперь смотри. Есть вот такой цветочек. Под солнышком. Давай сделаем такую. Вот, аккуратненько. А ты следующую делай. Я буду вырезать что-нибудь из ананаса, а ты пока мест виноградинки накалывай. Я уже наколола. Уже наколола? Да. Ну, еще следующую. Еще нужно. Вот такая у нас получилась закусочка. Вторая. Так, теперь мы сделаем просто... Вот. Вау. Классно. Теперь сделаем просто из белого винограда. У меня в корзине куска, а мама работает. Ты будешь кушать, а я буду работать? Да. Да? Ну ладно. Вот. Что это у нас получилось за закуска такая необычная? Еще одна. И... Вау! А это что, Ярослава? На что похоже? На рубль. На рубль? На доллар, наверное, больше, да? Да? Вот такие необычные закуски у нас получились. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставим лайки.